привет! На связи Владислав Барабанов, и это «Новостройки Санкт-Петербурга». Сегодня разбираем проект «Цветной город» от надежного застройщика ЛСР, который надежен не только в Петербурге, но и в целом в России, так как строят в Петербурге, Москве и других городах. Помимо того, что строит сам, есть свои строительные материалы, производство как материалов строительных, так и даже техники строительной. Системообразующая компания имеет дополнительную поддержку, защиту от государства, со стороны государства, то есть в период, например, как сейчас, да, кризис, да, достаточно хорошо держится и не приостанавливают ни брони, ни стройку, все хорошо. Поэтому этот вариант, да, рекомендую тем, кто хочет приобрести квартиру, друзья, в Петербурге с городской пропиской недалеко от метро. Это Красногвардейский район, Гражданский проспект. 10 минут на транспорте. В перспективе будет новая станция метро. Ручьена в пешей доступности будет. Также, помимо того, что квартира с чистовой отделкой, идеально подойдет проект тем, кто хочет приобрести за небольшую стоимость. То есть, если у вас небольшая сумма денег, этот вариант один из идеальных будет с точки зрения стоимости, качества и надежности застройщика. Квартиры, которые мы разбираем, они сдаются в следующем году, в 2023. Стоимость квартиры актуальна на сегодня, на момент съемки, сегодня 5 марта 2022 года. Есть квартиры, которые сдаются в этом году, тоже можно рассмотреть. В прошлых роликах мы разбирали студию, однокомнатную, евро-двушку. Если для вас они актуальны, то по ссылкам ниже в описании можно с ними ознакомиться. Сегодня сейчас разбираем двухкомнатную квартиру. Начинаются по метражу от 35 квадратных метра, небольшие такие 37-38 квадратов двушка, и до там, 52 квадратных метра. Есть двухкомнатные квартиры. Перед тем, как пробежимся по планировке, коротко напомню, что с моей помощью можно приобрести квартиру в этом доме, либо любом другом от надежного застройщика. Почему стоит это сделать вместе со мной? Потому что услуги для вас бесплатные, их оплачивает застройщик. При этом все цены от застройщика, все акции при их наличии от застройщика. При этом юридически сопровождаем. Если понадобится ипотека, одобрим по лучшим ставкам. У нас онлайн оборот со всеми банками и свои ипотечные специалисты. Если вы в другом регионе, поможем провести дистанционную сделку. И самое главное, это помогу подобрать квартиру конкретно для вас по вашим параметрам, так как покупка квартиры – это индивидуальный момент. Поэтому, чтобы забронировать и выбрать лучшую квартиру, звоните по телефону, который указан ниже в описании, либо напишите мне WhatsApp. В данном случае 38 квадратных метра, двухкомнатная квартира. По стоимости на сегодня это 6 миллионов 335 тысяч рублей. Это прихожая 2.1, душевая с санузлом 3. Это кухня 8.3, это спальня 1.11.5, выход из нее на балкон, на лоджию в данном случае 2.5 квадрата. И вторая спальня 12.6. Третий этаж из 25, отделка чистовая, полностью под ключ, когда только вещи завести и счастливо живете. Можно приобрести как за прямые деньги, в ипотеку. Есть, кстати, семейная ипотека в новостройку, да, это под 5%, иногда и ниже. Давайте пробежимся по преимуществам. Комплексное освоение территории, своя инфраструктура, несколько паркингов, детские спортивные площадки у дворе, школы, детские сады на территории своей, благоустроенный двор с аллеями, велодорожками, лав-зонами, фитнес-зонами, а также поликлиника на территории. Таким образом выглядит отделка и дома, в целом панорама домов. Поэтому, друзья, чтобы забронировать, выбрать лучшую квартиру, подобрать по вашим параметрам в Цветном городе либо любом другом проекте от надежного застройщика Санкт-Петербурга, пожалуйста, обращайтесь ко мне, подберем квартиру по вашим параметрам. Чтобы забронировать, выбрать лучшую квартиру, звоните по телефону, который указан ниже в описании, либо напишите мне WhatsApp. Бесконечно благодарен за просмотр, ставьте лайк, подпишитесь на этот канал. До новых встреч роликов, друзья, пока-пока.